Всем привет подписчикам и интересующимся грибами, пришедшим на канал. Сейчас покажу вам белые грибы, которые пошли в этом сезоне впервые. Это июнь, конец июня, Алтайский край. Белый гриб относится к семейству балетовых. Имеет губчатый слой. В отличие от подберезовики, слой желтый, желтеет. Толстую мясистую ножку, которая... Если не изъедена червями, то тоже идет в дело. Шляпка коричневая, может быть слегка красноватая шляпка. И самое главное отличие его, это желтый губчатый слой. Идет в сушку, идет в засол. Считается одним из лучших грибов в нашей половине, нашей полосе России. Белый гриб. Сушеный гриб сохраняет цвет, точно такой же белый, как он имеет в натуральном виде. Поэтому называется белый гриб. Он не темнеет при сушке. После сушки может храниться в сухом месте достаточно долго и потом применяться после размачивания во все виды кулинарной переработки. Белый гриб. Подписывайтесь на канал. Покажу много-много белых грибов.